Всем здорово, с вами игроком продолжаем проходить Vampire, что-то было маскарад гейский, ой, то есть гей-парад, ой, то есть, ну, поняли. Так, я бы уж отключил звуки на время, потому что тут вообще жесть, в этой игре даже нет отдельно настроек звука и звука и этой, и музыки. Это жесть. 2004 год, да ладно. Это вам не 99-й год даже, и не 95-й, а 2004-й. Почему? А, о. Поэтому я подготовил специально. Кто все? Кто в теме? Как раз вот эти чуваки подходят. Тут. Блин, тогда не отжигают. Ну ладно, все. Но это реально было неплохо. Типа вот так вышли из бара и... Ща. Ладно, ой. Мы все культурные люди тут. Не будем оголяться вообще. Даже руки нужно в перчатке одеть, а то вообще слишком разврат. Может, пожалуйста, уже вырубить. Что-то музыка из клуба громко играет. Все, спасибо. Опа. Блин, надеюсь, развернется. Надо вроде да, разворачивается. Разворачивается игра, а вот звук нельзя поменять. Перевод такой у меня, да? О, слышно. Ну-ка. Тут прикольно, можно походить по городу. Я люблю, когда такое. Типа открытый мир, типа. Почти открытый. Какая-то закусочная. Так, сохранимся на всякий случай, а то я знаю тут это. Так. Че, никуда нельзя? Ну какого хера тогда? Это Сидорка, это... Ой, какой ну, короче, тут камерамен, который заходил такой, и чё тут ничего? Что будете заказывать? Сливки кислые... Чуть-чуть. Бедных людей, думаю. Я думаю, таких, как я, вы здесь не накормите сливки. Санитарный инспектор. Сейчас достану устранение, покажу. Вообще-то да, и собираюсь. Возможно. Знаешь, предыдущему инспектору хотя бы вы хотели честность открыто подарю взятку. Держи 50 баксов, а у тебя теперь жизнь еще веселее стала. Да уж. Прикольно. Прошу прощения, мне надо поставить с кассой для заведений. Good evening to you. Прикольно. Right, buddy, go your own way. I'm eating. Опа, особо точно нужно покурить. Я могу вам чем-то помочь? Прохладно сегодня, правда, как вам Санта Моника? I guess. Наверное. Кого-то ждете? I don't see Не how понимаю, that's каким any боком business of это yours. вас касается. Извините. Goodbye, then. Давай. Чего это ваше ограбление? Я уже грабил эту бабку. Так что... Чувак, извини, ты опоздал. Ты опоздал. Это бабушка моя. Я ее уже грабил, реально. Просто на 50 бачей. Я смогу себе даже проститутку снять за это. Неплохо, чтобы выбить у нее крови. Какой я жесткий.
О, что там? Это. Так. Вот тут что-то открыто. Открыто заходи, что тут что думать? Открыто заходишь. Тут, думаю, не так много дверей, в которые можно войти. Ого, что это? Почта. Ctrl-C. Понятно. Я не могу пасть по Е. Команда Баумс. Ладно, не важно, мне это не интересно. Ладно, в общем, что с тобой еще можно сделать? Добро пожаловать в круглосуточное поручительское агентство Артура Килипатрика, чем будет вам помочь? Владеете... я тут новик просто... Я толстяк, ого, как же грубо. Конечно, прятя, валяй. Я затирал твою работу. Ничего не знаю, я не знаю. Пока я должен выполнить, что мне дают. Хотя... я опыта могу с этого получить. Ну ладно, потом к нему зайдем, еще потом зайдем. Опыт, это важно. Да, согласен. Понял. Во. Сюда мне надо, я понял. Ой. Можно пить кровь крыс, да? Сюда мне? Ага. Так, подожди. Может, еще что-то походить, найти что-то полезное можно. А может, и нельзя. Так. Блин, ладно, я лучше не буду рисковать, потому что я знаю эту игру, тут реально очень мало лута в этой игре. Тут, наверное, вообще его нет почти. Ну, потому что я как ходил по всем зданиям, вообще ничего нет. Вообще ничего. Так что ладно. Оу. Неплохо, когда психорочи считают, можно скрыться всем вампирам, которые это требуется. Сразу мучка такая заиграла. Все, всем пока. Это не важно. Сохранимся. В смысле? Жестко. Сила крови это вроде пожицание. Нормально тут у вас. Весело. И что я должен сделать? Висела бычка. Тут. Стоять. Нельзя, ладно, я должен же войти как-то, подождите. Мы что, ключ что ли использовать или как? И меня так нажать в инвентаре. Like
Что там это? Не понял прикола. Вроде это задание есть, перезагрузка настройки. Журнал заданий или что-то такое. Во. Призвав подразделил вам братцев на ТПС и какую-нибудь личную вещь, прежде передачу единственный способ попасть через канализацию. Угу. Жду это, да. Это я понял. Как мне попасть сюда? Какого хера? Я попал и что? Ага, во. Я не заметил. Во. А это что за второй? Окей. Тут что, это реально будут какие-то хорроры? Призраки? Неплохо. Неплохо. Нам следует... Угу. По-любому тут будут эти скримеры всякие. Это плохо. Это я бы сказал очень плохо. О, здорово. Понятно. Тут все с вами. Я через паутину прошел и ничего не сделалось. Ау! Нифига себе, какой-то противный. Это жесть! Вы что, хотите, чтоб я умер вообще? Понял, лучше сам с вазами не подходить. Он наблюдает. Он хочет убить тебя. Зачем? За что? Я что-нибудь ему сделал? Пацаны, ну, не обессудьте. Она застряла. Понял, здесь вообще не имеет смысла ходить. Хочу посмотреть, как в меня что-нибудь летит. Всем издевается. Я буду драться. Сюда иди. Ты что я там делал с женщиной невинной? Может, и видной. Это жесть. Вот это я понимаю. Тут реально вот жуткая атмосфера. Вообще по жести. Ого. В смысле? А, во. Так, прачная атомная детская голова. А, ну детская это не страшно. Ну, ты можешь открыться. Ха.
Детская, это ладно. Я ж не ребенок. Я не ребенок. Ага, не важно. Ага, в заново пришел сюда, да? Я понял. Угу. Что это за гребаное место? А, типа, мне еще в прачечную зайти, типа, за головой детской. А, ну почти. Суп. Ты кто разрешал? Какой-то в обливе он, похоже, как ходит. Такой. Не здесь. А, там, туда аж назад идти. А, неправильно. Я не понимаю, куда мне идти. А, назад, собственно, нельзя. Круто. Тут дверь так медленно открывается, бесит меня. Типа ничего страшного не приснулось, ну, типа, я наоборот, тут себя побить не могут, видимо, но страшное все происходит. Я что, даун совсем, что ли, бегаю кругами? Туда, туда вот нужно идти, видимо, потому что я не понимаю ни хера. О, вода. Там смеется. Кто смеется надо мной? Выйди, поговорим. У меня нож. Ау, ау, ау. Ау! Нифига себе больно. Наш будет потихоньку восстанавливаться. Ну и что мне это дало? Типа свет, круто. Он мне нужен. А-а-а. Пошел ты. Ладно, время собрать яйца в кулак. У меня же нож, да? Тогда хорошо. Да что это за звуки стрёмные? У меня еще очень громко это. Так я сохранюсь, пожалуй. В этом кошмарном, страшном доме. Ого, значит, тут мы закрыты, да? Понял тебя. Самое глупое в хоррорах делать это третье лицо. Да говно! А, ты сама не открывались, давайте. Ну, пожалуйста. Че, лампа не убивает меня? Да ладно. Кстати, о. Два очка. Типа нужно три опыта, чтобы... Одно получить. Три очка, вернее. Хм, тут тоже ничего. Печально.
Не-не-не. А! Да ладно. Ай. О, нашел, да? Ключ от верхней. Попались. Уходи. Я ничего не хочу тебе плохого сделать, пойми. Меня вообще тёлка сюда послала. Я не знаю, кто ты там был. Если не оскорбил то, что назвал ее тёлкой. Это звонок был. Ой, звонок это. Телефон. Ой-ой-ой. Тут такие звуки еще. Здорово. Ого, сколько людей. Ты, вижу, гостеприимный. Понял. О, бар. Суицид убийцы. Убийца из отеля может быть ответственным за пожар. Неплохо. О. Я не пью. Я за рулем сегодня. Что это? А-а-а. Тут типа закрыто? Да, прикольно. Эй. Сейчас Outlast? Дун. О. Все, ты отстанешь от меня теперь. Я ж тебе ничего не сделал. He's coming. Кто? Джон Сина тут. Ой, извините. Ой. Я сохранюсь на свой страх и риск и открою. Что это за говно? Я там типа все эти тарелки вручат. Можно мне поехать или нет? Видимо, нет. Что мне делать? А, вот может. Да прости. Я случайно не туда. Я, блин, реально, ну, что-то. А, спасибо, что заботишься обо мне. Видите, ну, призраки. В принципе, неплохие. Так, подожди. Ого, а чё я такой маленький? Ого, что это нахер? Заповедник, заповедник, вряд ли, что пролетает вампира. Отдать, это обугленные останки. Ого. Можно почитать, это на станке чего-то похожего на дневник. Только что приехал сюда, в Ocean House, провели недельный отпуск в Санта-Монике. И Эд сказал номер к открытию отеля. Это чудесное место, почти волшебное. Дети весь день купались. Первые два дня почти безупречные, разве что Эд постоянно допытывался насчет медальона, который мне прислала мать. Похоже, он считает, что это подарок поклонника. Обычный Эд славный, но иногда его заносит от ревности. Надеюсь, завтра он успокоится. Сегодня солнечно, на небе не облачко. Эд слегка на взвойс продолжает гадать, кто этот мой новый приятель, глупенький Эд. Утром был пикник, был
для постояльцев отеля. Просто впечатляющее мероприятие. Это снова не в духе. Не знаю даже, как убедить его, что это моя единственная любовь. Он только однажды повел при разговоре... Он однажды повелся при разговоре мальчишки и их игрушки. Это повелся. А, я уже думал, это про геев. Ё-моё, это, ну, может, она тёлка просто. Точно наша тёлка. Наша, нам осталось всего 2 дня. И слава богу, что мы, наконец, едем домой. Это не разговаривает со мной и детьми. Я ей неоднократно... неоднократно видела, как он стоял в ванной, уставившись на медальон в руке. Боюсь, у него срыв. Я говорила, что мы можем... Я говорил, что мы можем вернуться домой, но он только качает головой, даже не смотрит на меня. Я просто хочу вернуться домой. Эд ушел рано этим утром. С тех пор я его не видела. Если час... Еще час, и придется звать менеджера отеля. Несмотря на мои возражения, Эд младший отправился поискать его в подвале. Надо будет отправиться за... А, это вот эта и голова за Стивен. Если постой, кто стучит в дверь. О боже, весь в крови, идет убить меня. Забирался в ванной, он свихнулся, не пресс-лист наорёт, мы будем вместе вечно, он не даст мне уйти. А вот как раз ванна. Я помоюсь. Ого. Как это выглядит, подождите, со стороны. А, нельзя даже посмотреть. А, я думал, дверь типа нельзя открыть, она красным горит. Нет. Вот, да не обижайся, да что я тебе-то сделал? Это все какой-то сраный медальон. А, тут ручек нет, я понял. Ты это, не злись на меня. This is no bad, this is different. В смысле, а что я должен сделать? А! Не может быть. Убийца неизвестен, убийца из отеля могли быть отцом и мать. Ну и чё? Что мне делать? Ну, так кажется, реально, смотрите, кажется, что все огромное становится. Это и есть все огромное. Мне уже не страшно, мне уже. Я уже не понимаю, что происходит. Страшно. А, тут. Сука. Заткнись, ну вообще офигел. Че, помоемся? Ё-моё. Хоть перестала играть, а то реально бесило. Ё, да хватит! Ребенок орёт, сука, заткните, я тут спать пытаюсь, а вы тут ребенка своего успокоить не можете. Да, хватит уже. Говно. Ладно. Тебе присутствие, но тут нет никого. Блин, случайно нажал. Дерьмо. Можно мне приблизить назад? Во, наконец-то. Это поломки, все же поломки. Остатки от двери. Да сколько можно говорить? Сколько этих грёбаных детей? О. Ну и чё? Я думал, тут точно должно что-то быть какое-то роскошное. Роскошный номер люкс, наверное. Тут должно что-то быть. Я не верю, чтобы не было ничего.
Ладно. А, это вот туда. Ну и чё? Ну и чё? Чё-то тут же должно быть или нет? Фу. Ладно, последний раз смотрю. Потому что я не верю, что в таком огромном здании ничего не должно... Ого. Так, время быстро, реально, в этой игре очень время быстро подходит. Просто летит, я бы сказал, как на ракете. О, уже паутина типа появилась, значит, так и должно быть. Все, я уже был. Почему я не могу туда войти? Тут я был, тут я был. Тут это уже было. Неинтересно. Ага. Вот я и запутался, да? По-моему. Ну и офигенно. Офигенно. Гребаный ребенок. Я понимаю, почему нашли его голову, блин. В стиральной машинке. А! Вот так вот, видите? И ходи после этого от первого лица. А, типа тут все горело, да? Типа понял. О, нет, о, нет. Все начинает гореть. Я нихера не вижу. Типа бежим, бежим. Я чуть не сдох. Чуть не сдох. Где это? Я думал, типа... А, да, быстрее вроде по... И чё я должен? Красиво, красиво, я вижу. Неплохо тут. Что это делать должен? А, во! Так. Я же не могу так портить соли, да? Печально. Призрак, все. Пошел вон сюда. А, ну я ж вампир.
смысле, что они пролезут. Ну-ка. Я не понял, куда мне идти. Ну хватит. Да. А, отлично. А, во! Да ладно, чё, я не могу спуститься. О, наверное, когда я выйду, уже придется закончить по-любому. Это жесть. Ну нахер. Так. Всем пока, с вами был Игорука. Ой, а тут херовенько, я, наверное, так все видео сидел запружен, но и пофиг.